Божечки мои, что? Если прачечные оставили плохой отзыв, ты хотела бы о нем знать? Мы всего часа 4 открыты. Насколько он плохой? Ужасный. Да, читай, только тихо. Мне не повезло сегодня утром угодить на предварительное открытие местной прачечной. Раньше это было классное ретро-заведение, которым управляла старая кошатница. Но теперь хозяйкой стала бестолковая чипса с Саутсайда. Если бы я могла поставить отрицательную оценку, я бы это сделала. А потом капсом. Не несите им деньги. 4 восклицательных знака. 4? Чудесно. Что? Помнишь чипсы, что оставила плохой отзыв на Yelp? 9-й столик. Прошу прощения, ты Джесси? Да, что? Это ты написала отзыв на Yelp про прачечную через дорогу? Да. О, класс. Здорово, наверное, у тебя ушла куча времени. Тщательно все продумала, да? Например, фраза про бестолковую чиксу из Саутсайда. Просто умора. Вы кто? Бестолковая чикса из Саутсайда. Это просто честная реакция. Значит, мне позволительно ответить тем же? Эта кофточка ужасна. Придумала. Дай-ка я оставлю отзыв от Джесси. Сэр? Джесси. Высокомерная, избалованная, капризная хипстерская говна, считающая, что она меняет мир к лучшему своим говнистым мнением. На самом деле она слишком труслива, чтобы обратиться с претензиями напрямую к хозяйке, и поэтому она все отрыгивает в сеть. Я заложила свой сраный дом, а ты наложила на все кучу, будто это пустяк. Я сожалею. Сожалеешь? Да, наверное, это неприятно. Успокойся, детка! Может, перестанешь нести себя, как последняя сука? Иди поплачь богатенькому папашу в жилетку, сыкуха!